Огурцы, конечно, способствуют тому, чтобы лицо было моложе. Так. Глаза холодеют. Овощи не только вовнутрь. Отлично. Друзья, доброе утро. Каруза, привет. Игорь, здравствуй. 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 Сегодня... Я с официалочки начинаю. Чего? С официалочки, да. Официалочка – это девушка в военной форме. Ну что, сегодня мы снимаем наш новый экспериментальный сэндвич, MC-сэндвич. Ты кто? Я вообще MC. Чувак, мне кажется, MC-сэндвич уже есть. MC-сэндвич есть, да. Поэтому я MC Карузо. Отлично. Да. Что мы сегодня делаем? Так, мы сегодня пользуемся ножами. Пожалуйста. Мы сегодня пользуемся ложками. Вот так вот. Пожалуйста. Зубастые, щипчики нам пригодятся, если ты будешь готовить неправильно. Да, то есть меня будет тянуть за язык. Совсем и не за язык. И, конечно же, ингредиенты. Начнем с самого главного. В чем это все будет содержаться? Это пита. Если бы сидела аудитория, были бы овации. Питу рубим пополам. Мы ее вскрываем. Все ли хорошо внутри? Ты всегда смотришь, все ли хорошо внутри? Делаем такие полуварежки. 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 Так и нужно было назвать этот сэндвич. Да. Полуварежка. Вот так вот. То есть ничего страшного, не переживайте, что я одел на руку, руки помытые. Это не самый худший вариант. Из ингредиентов это рукола. Тоже с испанского цвета. Рукола. Да просят меня. Не просят. Загорелые люди с юга. Вкладываем щепотку руколы на дно. Мы договорились не шутить по поводу вот этого вот жеста. Игорь, ты тремя пальцами это делаешь, я, да? Я тремя пальцами. Я тоже смотрю, делаю. У меня входит три пальца отлично, здесь. Отлично. Отлично. Я бы еще хотел чуть-чуть добавить. Я думаю, что нашу передачу будут тебя смотреть не только любители сэндвичей и утреннего юмора. Слушайте, сегодня 8 утра, я не представляю, как вообще Каруза проснулся. Ну, то есть он практически приполз. Он сказал, дайте мне, пожалуйста, мой утренний латте или пощечину. И почему-то меня обделили пощечиной, хотя я хотел больше пощечины, чем латте. То есть ты любишь, когда больно лишь. Да, я люблю, когда резко и понятно, и доходчиво. Резко быстро. И понятно. Так, значит, немножко продолжим. Курицы. Немножко курицы, да, вернемся, в принципе, она, к нашему главному. Она, кстати, резкая и понятная. Курица карри. Что, еще немножко курицы карри? По чуть-чуть. По 50. По 50? По 50, да. Вечером заходи. Ну что, немножечко добавишь, чтобы было пита полная. Слушай, а бывали случаи, когда вот ты думаешь, полная пита, что делать? Вот, конечно. Было такое, когда ты расставался со своим прежним коллективом? Было. Так. Было, да. А почему? Слишком долго молчали друг о друге. Поэтому однажды пришлось набраться смелости и сказать правду в глаза. Пошли все в жопу! Я ненавижу вас! Правда, мы делаем полное говно. Правда, как обычно, режет глаз. Поэтому, так все и получилось. Поэтому и теперь... просмотров нашей передачи будет гораздо больше. Поэтому вот теперь я один здесь возле Игоря. Сам самостоятельно. Самостоятельно плавание. Самостоятельно делает питу. Самостоятельно делаю питу без помощи, без подстраховки. Все получается, в принципе. А где твои коллеги? Мои коллеги уехали в Азию. Принципиально не еду в Китай, потому что туда едут все. Не люблю быть стадом. Ох-ох-ох. Вот так. Эту питу мы посвящаем боулинг-клубу «Светофор», потому что внизу зеленая рукола, посередине желтая курочка карри, сверху карри. Красная томатная сальса. Сальса, да. Мы сегодняшнюю передачу, мы поддерживаем наших друзей. Конечно. И занимаемся их промо. Ну что, за «Светофор»? Дай бог, чтобы у них всегда был зеленый свет. Да. Аллилуйя. Я очень люблю есть безобразно, люблю есть вкусно. Что в сердце твоем вот так? Не в перце, а в сердце. На данный момент любовь. Ага. Берешь, честно. Так а что ты пришел сюда? Что будут делать тысячи фанатов, которые просмотрят эту передачу? Что мы говорим? Надо есть, жевать с полным ртом говорить. Ну это все-таки утро. Это чашка. Здесь так принято. Чашка. Ну, так вот. Правильно говорить. А да. Такую музыку слышал? Да, да. Меня мой друг подсадил на джаз. Парастелла. О, это наркотик. Рэп? Конечно. Рэп это музыка детства. Она останется в душе. Подсчитываешь ли? Подсчитываю. Так а что с рагой? Растафилияна Растамана Амбама.
One of them just a warm man slama, a fia and good morning one flyla. This caruso styla, this caruso styla. Woman dance and blicks in the braila. Feel a man sin in brass and fila. When a fin got sit a man a blazer. And siga fun that sibla bump Pfizer. Не пытайтесь понять, о чем я сейчас читал. Друзья, из моей головы просто выпирают дреды, они пробивают мой мозг, они выползают. Ну, вот думаю, выйду из чашки и стану... стану дредастом? Нет, и станешь растафарианцем. Растафарианцем. Вот так. А правда, что в шоу-бизнесе все через пасти? Да, это правда. Поэтому я ушел. Мне надоело лежать постоянно в постели. Да. В Чернигове это не нужно? В Чернигове это нужно, но я уже прошел этот этап. Когда то есть ты надо... с постелью завязал? Да, я с постелью завязал. Mm-hmm. Все стоя теперь. Доброе утро. Доброе утро. Mm-hmm.